Здравствуйте, вы смотрите программу «Городская среда». Народные избранники столицы от партии социалистов объявили о создании в ближайшее время инициативной группы, которая займется организацией референдума по отставке генерального примара. Об этом и не только поговорим с сегодняшними гостями нашего эфира. Муниципальные советники от партии социалистов Станислав Вартанян и будущий муниципальный советник тоже от партии социалистов Сергей Басюк-Брензей. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем сходу тогда уже, в общем-то, событие, которое сейчас на слуху. Объявлена инициатива о создании инициативной группы по организации референдума по отставке генерального примара. Ведь уже что-то подобное мы проходили, то есть уже была такая идея, и уже проводились какие-то первые, будем говорить, движения в этом направлении, и мы уже знаем, что судебные инстанции поставили на этом деле крест. Чем будет этот референдум отличаться от предыдущей идеи? Сумеете ли вы его довести до логического завершения? То есть есть ли какие-то подводные камни? И, может быть, что является страховкой? Потому что, в принципе, я так понимаю, что кишиневцы с надеждой смотрят на эту инициативу социалистов и, в общем-то, видят в ней перспективу. Ну, давайте так. Давайте сначала расставим все точки над «и». И попытаемся простыми словами, очень коротко телезрителям объяснить, каковы были предыдущие попытки и чем они закончились. Крест не поставлен. Значит, первая попытка была 2 года назад, да, по-моему, до прошлых выборов. Значит, ее инициативную группу по созданию референдума зарубила судья первой инстанции, которая через буквально месяц-полтора была уволена с формулировкой «за коррупцию», что само по себе говорит о многом, о том, что и судьи, которые покрывают нынешнего примара, также очень хорошо вклиниваются в систему, которая, собственно говоря, работает вместе с примаром. Вторая попытка. Мы выиграли первую инстанцию, группа должна была быть зарегистрирована. Очевидно, что Дарин Киртака и вся его команда либеральная боится как огня референдума. И они опротестовали решение суда первой инстанции о создании группы. Выиграли дело. И дело дошло до высшей судебной палаты, которая также зарубила инициативу по референдуму по абсолютно надуманному поводу. Назвав то, что якобы у гражданской инициативы, я напомню, что в этой инициативе были и большое количество гражданских активистов, собственно говоря, ее возглавил гражданский активист Виктор Киронда, если вы помните, заявив, что якобы нету поводов для смещения, для отставки Дарины Киртака. Ну, в том-то и дело, я думаю, что любой кишиневец, любой зритель, вне зависимости от политических взглядов, которые смотрят нас сегодня, является инициатором таких поводов. Ну, собственно говоря, да, выходит каждое утро на улицу, и в Кишиневе видит на своем опыте, что если повод для того, чтобы оценить работу примара, еще раз повторяю, оценить, ведь референдум – это оценка работы примара, или нет. Таким образом, мы подготовили обращение в Европейский суд по правам человека, потому что референдум сам по себе – это и есть высшая форма волеизъявления граждан, и он непосредственно затрагивает права человека. Это самая демократическая процедура. Абсолютно. Да, если наши так называемые либералы заявляют, что они являются приверженцами демократических принципов, непонятно, почему они боятся настолько референдума, почему они боятся, чтобы у граждан спросили, насколько они довольны работой примара. Потому что, еще раз повторюсь, вот многие спрашивают, почему, зачем референдум, если были выборы. В отличие от выборов, на референдуме нет никакой политики. Если на выборах Киртака превращается в демагога, политика, политикана, который всех пугает русскими танками, то на референдуме никакие танки, русские танки, советский период, советская грязь, как говорится, Советского Союза, да, его не спасут. Люди просто его оценят за его работу. Поэтому обращение в Европейский суд по правам человека, оно готово. С большой долей вероятности, более 90%, по всем оценкам экспертов наших зарубежных, мы его, в принципе, даже показали некоторым адвокатам, которые работают в
при Европейском суде по правам человека, сказали, что тут непонятно, как, каким образом суд мог не дать людям их конституционное право. По всем правилам оно будет выиграно, и поэтому, понимая, что, несмотря на то, что мы получим это решение, мы можем его получить от нескольких месяцев до, может быть, года, даже полутора. Поэтому еще год-полтора ждать, пока Киртака окончательно превратит наш город в нечто, мы не можем. И мы приняли решение все-таки попробовать еще раз создать инициативную группу, быстро ее зарегистрировать и дать все-таки шанс судьям исполнить закон, исполнить конституцию в полной мере. И я уверен, что на этот раз судьи не наступят на те же грабли, потому что, ну, слушайте, подставляться так в третий раз, не думаю. Так явно, да, подыгрывать. Да, поэтому обращение в Европейский суд по правам человека готово, оно может быть подано в любой день. Если и в третий раз так такое получится, то мы пойдем в Европейский суд. Но опять-таки я уверен, что мне почему-то кажется, что не захотят судьи в третий раз подставляться, потому что, учитывая предыдущий горький опыт судьи, уволенной за коррупцию через полтора месяца после того, как она защитила Киртака. Ведь вы понимаете, в чем вот проблема? Проблема либералов в том, что абсолютно понятно, что в Европейском суде по правам человека никто не будет смотреть на их связи ГИМПу в правящей коалиции. ГИМПу не сможет идти к суде ЕСПЧ и просить чуть ли не на коленях, чтобы его сына, его племянника Дарина Киртака не... То есть здесь отсутствует фактор куматризма и коррупции взаимоотношений. Собственно говоря, да. Поэтому очень надеемся, что все-таки в этом году судьи... Беспристрастная структура, которая будет, в общем-то, судить. Если вернуться к этой инициативе, создание новой инициативной группы по проведению референдума по отставке Дарины Киртака, вот как будет осуществляться организация, кто войдет в состав этой инициативной группы? Сейчас набираются как бы люди. У нас есть определенное количество людей, которые, в принципе, остались с предыдущих групп, которые готовы. Также со вчерашнего дня, как мы объявили об этой ситуации, к нам поступают звонки и по Фейсбуку, люди связываются, они готовы вступить в инициативную группу. Причем это люди с абсолютно разных политических взглядов, абсолютно разных, порой диаметрально противоположных политических взглядов с социалистами. Для них важно, что все-таки создается механизм, по которому можно избавиться от горя градоначальника раньше, чем в 2019 году. Поэтому хотелось бы еще раз повторить, и для наших зрителей, и независимо от того, голосовали они за партию социалистов или нет, поддерживают они нас политически или нет, мы и, собственно говоря, Ион Чебан, глава фракции ПСРМ в муниципальном совете вчера на пресс-конференции напомнил, что последние полтора-два года мы практически ни на одном заседании муниципального совета ни слова не говорили о политике. Все наши действия, решения, заявления, декларации, наша борьба, она была исключительно в интересах граждан. Поэтому, опять-таки, эта инициатива, это прежде всего возможность для каждого кишиневца высказаться. А дальше, когда мы наконец-то отправим Дарину Киртака в отставку, каждая политическая партия сможет выйти со своим кандидатом, со своим видением, со своим проектом, с людьми, со своими командами и предложить ту программу, которую кишиневцы поверят, ту программу, как восстанавливать этот город после десятилетнего правления нашего горе-примара, который довел город до того, чего мы видим. Поэтому в ближайшее время группа будет создана. Я думаю, это будет делаться очень быстро. Почему? Потому что мало времени. Вот такое уточнение хотелось бы еще услышать. Инициатива прозвучала из уст представителей партии социалистов. Да. Инициативная группа может состоять исключительно из тех, кто поддерживает или член партии социалистов, или это могут быть самые разные люди? Нет, смотрите, никаких, конечно, препятствий или ограничений в этом нету, да, кто будет. Но мы... Пока что, насколько я знаю, мы будем стараться, как бы костяк инициативной группы, чтобы это были все-таки активисты,
да, активисты, члены партии, потому что, ну, как бы с организационной точки зрения будет легче собирать подписи. Потому что все-таки, когда люди, которые работают в команде уже не один год, они как бы все-таки более сработанно работают. Но тем не менее, опять-таки, эта инициатива не принадлежит только партии социалистов, это инициатива, это желание каждого кишиневца. И воспрепятствовать кому-то, кто хочет активно участвовать, мы абсолютно не будем. Конечно, что касается председателя инициативной группы, наверное, вы тоже спросите. Как бы я до конца, ну, на 90%, на 99% не знаю, как бы, кто это будет. Не могу сказать точно, но я подозреваю, я думаю, что все-таки, поскольку инициативу озвучил глава фракции ПСРМ Йон Чебан, я думаю, с большой долей вероятности можно сказать, что он и возглавит эту группу. Учитывая то, что как бы, его реальную борьбу все эти годы против и примары, и той системы, которую он создал в примарии. Ну, у нас еще один гость, Сергей Басюк-Брензей. Вы в скором будущем станете муниципальным советником, замените Вадима Филиппова, насколько я знаю. Вадим Филиппов, который уходит в Центральную избирательную комиссию. И вот в этой связи, в принципе, каков объем работы вы себе представляете, вот, стоит перед вами, и с чем придется, в общем-то, противодействовать? Ну, та машина, которая запущена против кишиневцев, надо ее останавливать. Другого варианта, как снять его посредством референдума, как бы я не вижу. Город нужно восстанавливать, это все прекрасно понимают. Нужно создавать все на законных основах. Потому что у нас в городе очень много строек, которые проходят незаконно. Документы выдаются практически 90% через коррупцию, через куматризм. Так же самое все либералы, которые сейчас имеют какое-либо отношение к строительству, они получают документы все известные каким путем. То есть намного быстрее, чем обычные экономические агенты. То есть если одному экономическому агенту, чтобы получить что-либо для застройки какого-либо участка, те экономические агенты, которые приближены к либеральной партии, получают это буквально за несколько дней, недель, то есть за очень маленький срок времени. Да. Ну, о том, что и как это происходит, мы часто говорили в нашей студии, но тем не менее, вот смотрите, я знаю, что вы были участниками недавних вот публичных слушаний, сегодняшних публичных слушаний. Именно поэтому Сергей вот начал с этой темы, потому что оно вот сейчас у нас буквально несколько часов назад. На слуху мы на слуху, да. Это то, что касается вот со строительством объектов на улице Киев в секторе Рыжкановка. И я так понимаю, что там и снесен какое-то трехэтажное здание, и непонятна теперь судьба Дворца профсоюзов. Или точнее уже понятно. Но вот как проходили слушания, о чем говорили люди, что больше всего беспокоило? Сегодня мы предоставили площадку для того, чтобы свести вместе застройщика, примарию, мэра. Мы позвали и мэра, и представителей архитектуры, да, который единственный, кто пришел на наше слушание. Ведь странная ситуация, жизненные пути этих людей всегда пересекались, они не жили как-то в разных планетах, да, тем не менее надо их сводить на одну площадку. Да, что мы в принципе и сделали. То есть пришли только представители хозяева зданий, которые сносят уже в каком-то процентном соотношении уже снесены, снесено вернее. Более половины. Кажется. Более половины здания, ну, практически, да, уже сняли его, да. Есть там также самое второе маленькое здание одноэтажное, в котором раньше должно было быть сдано в аренду, но его пока еще не начали снимать. То есть, насколько нам известно, земля, на которой это здание построено, оно было приобретено на законных основаях, в частную собственность, да. И очень настораживает тот факт, как этот прецедент произошел. То есть кто-либо подал в суд на то, что застройщик уложил плитку вокруг здания, тротуарную плитку, которую он ранее построил, у которого были документы, была авторизация. То есть это была не капитальная работа, а это облагораживание территории. Да. Сейчас они проводили именно облагораживание территории. Mm-hmm.
И на основе этого облагораживания территории подали на них в суд, что они ведут строительные работы без авторизации, которая у них, насколько я помню, закончилась. У них была на авторизация на строительство этого трехэтажного здания, выданная, по-моему, в 2012 году, если я правильно помню, да? Я точно не помню. Да, где-то так. То есть, да, она на момент, когда они начинали строить, они, у них имелась авторизация. Потом они зарегистрировали в БТИ, насколько я помню, по-моему, 15% построенного здания. Потом они зарегистрировали в БТИ 45% здания. И когда они построили весь дом, они в БТИ уже зарегистрировали непосредственно все здание. Но как бы сдали в эксплуатацию. Да. Сергей, я прошу прерваться буквально на несколько минут. Мы вернемся к этой теме через очень короткую рекламную паузу. Вернем, так сказать, не выключайте телевизоры. Очень скоро продолжим эту беседу. Многим не нравится то, что мы пишем правду. Это факт. Но она обязательно должна дойти до читателя. Это наш главный аргумент. Аргументы и факты. Достоверно о главном. Твои товары должны продаваться у нас. Коммерческий центр «Град» предлагает выгодное решение для тех, кто хочет серьезно заняться коммерцией. Только у нас аренда торговых площадей от 10 евро за квадратный метр. Расположенный в самом центре столицы напротив центрального автовокзала, коммерческий центр «Град» обеспечивает обильный поток посетителей. Центр «Град» – имеем все необходимое для выгодной и безопасной торговли. Наш адрес – Тегина, 46. Звоните 022-272-773 или 0799-561-00. Региональная лига КВН «Молдова» приглашает на первую 1/8 финала сезона 2017 года. 1 апреля в 18:00 Дворец культуры «Железнодорожников». В борьбу вступают команды «Возраст есть», «Андерграунд», «Маленькая страна», «Особое мнение», «Ласкангаз», «Перегруз». Билеты по телефону 0788-64648. Вся информация на сайте kvn.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Вы смотрите программу «Городская среда». Продолжаем разговор о проблемах главного города страны. Ну и, в общем-то, сейчас мы прервались на теме обсуждения того, что происходит на улице Киев города Кишинева, а именно снос трехэтажного здания и судьба ДК Дома культуры железнодорожников. Профсоюзов. На Шкановке, на Киев. Да, я хотел бы добавить вот то, что Сергей сказал, добавить более глобально. Там мы не будем вдаваться в детали, как строилось это здание. Да, которое снесено. Там понятно, что там были свои нарушения. Но вопрос другой, что действительно создан прецедент, когда в сегодняшней Молдове, в сегодняшнем Кишиневе, с сегодняшней судебной системой, возможно, то, что за две недели выдается решение о сносе, и сносится здание, которое уже построено, уже и у которого было авторизировано много лет назад. Ведь это, до сих пор все узаканивали как раз. Которое, да, построено на основе актов, на основе разрешительной документации, выданной примарии. И самое главное, что генеральный примар и главные структуры примарии молчат. Вот, на мой взгляд, это самое, ну, самое неприятное и опасное, потому что это говорит о том, что ни один инвестор потенциальный не застрахован ни на секунду от того, от беспредела, который может происходить в нашей судебной системе, и от того, что примария, руководство столицы не будет защищать интересы инвесторов, которые развивают город. Я опять-таки повторюсь, мы сегодня создали эту площадку,
организовали эти публичные слушания для того, чтобы все могли высказаться, все стороны. Мы ни в коем случае не, чтобы понимали, ни в коем случае не хотели становиться ни на одну сторону, ни на сторону застройщика, которого снесли, ни на сторону застройщика или будущего инвестора, который там, офшорная компания, которая собирается строить на месте ДК профсоюзов, потому что, на наш взгляд, это тоже большая проблема. Мы хотим узнать, какое будет строительство, насколько большой этот будет мол, что будет с транспортной инфраструктурой, что будет с пробками, насколько транспортная инфраструктура центра Крышкановки готова принять дополнительный объем поток транспорта. Потому что если к этому прибавить еще молы, которые строятся на Чеканах, да, тот самый пресловутый Кауфланд, да, и то, что еще будет за Виадуком, за мостом, еще один Кауфланд. И вот если прибавить 3, 4, 5, 6 молов огромных и понять, что это увеличит транспортную инфраструктуру, нагрузку на транспортную инфраструктуру, то ситуация не очень благоприятная. Скажу, наверное, зловещую вещь, но мне кажется, уже понятна судьба того рынка, который находится за Дворцом культуры профсоюзов. Потому что наверняка эта территория тоже кому-то понадобится. Во всяком случае, для того, чтобы снизить нагрузку на транспортные артерии этого микрорайона, этому торговому центру понадобятся и какие-то парковочные, подъездные пути. Я хотелось бы, чтобы тот проект... Какая-то комедия абсурда. Да, что тот проект, который будет на месте ДК профсоюзов, если там что-то будет, по большому счету, в принципе, я считаю, и мои коллеги считаем, что ДК профсоюзов должно сохраниться. Другое дело, что если оно сейчас в заброшенном состоянии, никто его, или если его уже продали несколько раз, понятно, что уже на его месте инвестор захочет как-то его, эту землю, эту стоимость, эти помещения, за которые было оплачено, валорифицировать, да, то есть как-то что-то построить. Вопрос теперь другой. Насколько то, что они построят, оно будет впишется в архитектурный ансамбль Рыжкановки, и насколько это будет комфортно с точки зрения транспорта для людей. Потому что это очень, это чрезвычайно важно. Все люди, которые в час пик на Рыжкановке ездят утром и вечером, они знают, что такое в час пик проехать вот круг у Панкома, ну вот в центральный круг. Мне кажется, там нет понятия час пик, там часы пик, потому да, что там, это перманентное состояние вот этого пятачка. Абсолютно верно. Поэтому очень хотелось бы, чтобы прежде чем этот проект будет принят, конечно, он пройдет муниципальный совет, очень хотелось бы, чтобы были большие публичные слушания и вообще понять, что происходит. А опять-таки, возвращаясь к сегодняшнему случаю, ну, это действительно грустно, что такие вещи происходят, не вдаваясь в юридические подробности и спор юридический, что было и как было, понимая, что и у этого экономического агента есть грешки, мы посмотрели, как эти здания строятся, то есть мы немножко провели мини-расследование о том, о истории этих зданий, там есть нарушения, как бы никто это не скрывает. Наша задача как муниципальных советников, как защищать интересы граждан и именно кишиневцев с точки зрения общественных интересов. Это земля, это центр Рыжкановки. Но с другой стороны, опять-таки, это прецедент. И очень хотелось бы, чтобы и муниципальный совет, и примария высказалась по этому прецеденту, и мы понимали. Потому что, опять-таки, правильно Сергей сказал, я еще раз подтверждаю, и многие люди, которые с этим сталкивались, подтвердят. Огромное количество строек в процентном отношении, новостроев и тех строек, которые были возведены за последние 8-10 лет при этом градоначальнике, да, они имеют большое количество нарушений. И тем не менее, никто их не сносит. И никто их не сносит. Да, поэтому... Но это почему-то было снесено. Абсолютно. То есть хочется понять, за очень короткий срок времени. Хочется понять, в чем эта избирательность. Почему одним не сносят, а другим сносят. Вот и все. Тротуарная плитка виновата. Мы уже поняли. Потому что они положили тротуарную плитку, суд принял это как строительные работы. Ну и снесли бы тротуарную плитку. Судя по всему, самая большая их ошибка, в кавычках, наверное, это то, что они построились в ненужном месте. Потому что это место кому-то сейчас нужно. Вот и все. Это вот такой, знаете, феодальный капитализм. Очень бы хотелось. У кого есть суды и инспекция, и кто контролирует госстроинспекцию, тот и на коньке. Вот госстроинспекция решила, что облагораживание территории это строительные работы. И все. Хоть ты. Вот она подала в суд и выиграла.
А когда есть реальные незаконные строительства, которые вот-вот только начинаются, а не которые закончены уже, здания построены, и когда мы звоним в госструинспекцию и просим, и подаем, пока туда не вмешиваются депутаты, это молчание. Пока молчание, кто-то уехал, кто-то в отпуске, и скандалы, чуть ли не на кровопролитие, госструинспекция молчит. А здесь госструинспекция подала в суд и выиграла за две недели. Вот профессионалы. Вот так вот. Сергей, я понимаю, вы житель Рыжканов? Да, конечно. Вот смотрите, вот, этот вот, вот эта территория, которая примыкает к Дому культуры профсоюзов, такой, знаете, небольшой бульвар, он всегда был местом публичных каких-то мероприятий. Там проводились... Большая площадка. Там елка в свое время ставили. Все правильно, да. Проводили новогодние какие-то праздники, майские, какие-то ярмарки были. Это, наверное, больше в советское время. Да, да, нет, да, ну и даже вот в новое время. Это стоянка. Я, по сожалению, сейчас, да. Я жил при этом, да. Помню это все. Вот. Сейчас ведь смотрите, что происходит с этим районом. И я понимаю, что такие жители Рыжкановки уже теряют этот пятачок, этого такого бульварного места, где можно было прогуляться. И, по всей видимости, профсоюзы теряют или так легко расстаются с Домом культуры, который, наверное, помнит выступления не только предвыборного характера, и артистического характера. Там звучала музыка, когда-то проводились концерты. Сегодня Рыжкановка, ну вот если уже говорить об этом пятачке, получает такой узел проблем. И, в самом центре. Да, в самом центре, в самом таком вот ядре этого микрорайона. И меняется, знаете, там есть и история, которая связана с этим всем. Это когда-то было место, не знаю, рождения первого аэропорта, вблизи к этому месту. Ведь не зря там есть улица Аэродромная в этом микрорайоне. Вот в связи с этим, вот такое перекраивание, вот сами кишиневцы как воспринимают, на ваш взгляд? Ну, судя по тому, что к нам очень много обращаются людей, жители также с этой проблемой и спрашивают, что там будет. Им бы очень бы, конечно, хотелось, чтобы там было какое-то что-то наподобие того зала, который там есть. Угу. Если там что-то будет строиться, это должно быть строиться в пределах здания, которого есть, чтобы это не расширялось. По той информации, которую предоставило нам расследование Райс, по-моему, насколько я помню, да. По тому, что прошло в СМИ, там здание будет построено непосредственно до самого... Практически до дороги. До дороги, да, практически, да. То есть там вся эта площадка, вся эта вот, оно будет уничтожено, на месте которой будет построен мол. Ели будут срублены. Да, все там будет срублено. Весь комплекс будет самое. Соответственно, там не будет ни мест для парковки. Люди, которые будут приезжать в этот центр, который, возможно, будет построен, негде не парковаться. А церковь там не мешает им, нет? Церковь, я думаю, церковь им будет церковь мешать. Церковь тоже мешает. И базар им будет мешать. Да, и базар, потому что базар те же конкуренты. Это, во-первых, конкуренты тому же молу. Как бы, если там будет что-то либо продовольственное, там же базар не только продовольственный, еще и вещевой. То есть церковь, в самом не очень само понятие, мол и церковь, стенка в стенку. Насколько это тоже... Ну, там, давайте, положа руку на сердце, там церковь и казино рядом. Ну да. Как бы у нас в городе... Казино не работало. Но тем не менее. Должна была работать. Церковь, казино, где... обменка, банк, у нас все переплетено. Надо было осветить казино. Но вот правильно сказали, что вот действительно там вот этот пятачок, к сожалению, вот последние годы, сколько я уже помню, ну, более-менее последние, как бы не советские годы, то там парковка. Потому что городом Рыжкановка никто не занимается. Рыжкановка сегодня отдана на вообще представителю либеральной партии, представителю вообще компании D&D знаменитой, да, наш претор Рыжкановский. Это человек, который работал, один из администраторов фирмы D&D, Юрий Дырды. То есть вот как-то вот так. А насчет вот клубок проблем, ну, опять-таки, давайте все-таки отойдем от Рыжкановки и более глобально посмотрим. Клубок проблем у нас один. Это некомпетентное руководство столицы. И самые большие две проблемы, почему все-таки люди устали и люди должны поставить свою оценку через референдум, это некомпетентность раз и коррупция два. Потому что когда мы говорим, что примар хочет получить 25 миллионов евро сейчас, а потом открыть кредитную линию на 500 миллионов евро на проекты по энергоэффективности, мы его спрашиваем, каким образом мы можем вам доверять, когда вы говорите, дайте мне деньги, я потом когда-нибудь создам группу по внедрению этих денег, да?
А при этом мы говорим, смотрите, вот вы делали проект по энергоэффективности, знаменитый Море, да, шведский проект. Там всего лишь 10 миллионов леев была сумма. Так вот, из 220 домов, которые были теплоизолированы, которые представлены как потраченные деньги. Я просто привожу пример его некомпетентности и коррупции. 20 домов мы проверили, не были поменены ни двери, ни окна. А то есть это приписка. Деньги были списаны. Да. Чистой воды приписка. Но самое интересное, есть еще два дома, два адреса, которые были списаны деньги, которые вообще даже не существуют. Не существуют на карте Кишинева. То есть теплоизолированные были дома, не существующие. Это надо давать прокуратуру. Все идет. У прокуратуры, я думаю, с того момента, как господин Филат в своей последней речи в парламенте сказал, что 500 уголовных дел на... 600 уголовных и административных дел на Киртуака и его подчиненных, я думаю, за эти сколько уже? Полтора-два года прошло? Еще добавим. Пару сотен. Поэтому мы все понимаем, что... Мне кажется, статей Уголовного кодекса и административного не хватит. Мы все понимаем, что... Нахождение либералов у власти в Кишиневе, нахождение Дарины Киртака – это вопрос времени и вопрос того, сколько еще господин Гимпу будет нужен властям, да, нашей демократической правящей коалиции. Потому что я думаю, что на него и на его команду в Приморье столько набрано уже фактов коррупции, что если бы у нас в нашей стране юстиция работала так, как она работает в нормальных цивилизованных странах, без политического влияния, то я думаю, его бы посадили бы за полчаса. Быстрее, чем Филат. На что обратили внимание мои коллеги-журналисты? Два последних заседания муниципального совета, вот, кстати, и последнее, перед началом которого председатель муниципальной фракции ПСРМ озвучил вот эту идею об создании инициативной группы. Вот эти два заседания последних, они проходили в самых разных местах. То есть какая-то идет миграция муниципального совета? Я объясню, здесь очень просто. В чем проблема? ВАПа-канал? Не-не, это просто одно заседание было последнее в ВАПа-канале. Почему? Потому что наконец-то через год после того, как мы по нашей инициативе вместе с нашими коллегами из другой фракции все-таки проголосовали и внедрили проект по электронному голосованию. Сейчас просто в Приморье они устанавливают вот эти новые терминалы для того, для чего? Очень просто, потому что практически на каждом муниципальном совете, когда идет голосование, либералы говорят, что их 17, их в реальности 13, 14, 15, 12 и так далее. То есть они такие мелкие врунишки. Это раз. Во-вторых, мы хотим, чтобы кишиневцы знали по каждому проекту решения, знали, кто проголосовал, потому что мы вспоминаем, помните, в 2014 году или 2015, когда 800 решений было скандально принято за одну ночь. А расхлебываем мы это вплоть до сегодняшнего дня, до сих пор, сколько незаконных строительств. И люди спрашивают, кто голосовал, кто это виноват. Вот когда мы понимаем, что это было в предыдущем муниципальном совете, сейчас, когда мы внедрим все-таки электронную систему, и, кстати, я уверен, что ее будут использовать, в отличие от парламента, который до сих пор им удобно, чтобы голосовали руками. Так вот, мы сможем по любому проекту решения, чтобы человек зашел на сайт, кликнул на несколько линков и получил всю информацию, какая фракция что голосовала, чтобы люди знали, кто ответственный за что. Вот. И поэтому, собственно говоря, поэтому ВАПа-канал. Я тоже сначала подумал, что ВАПа-канал какие-то там... Ну, я подумал, что экскурсия муниципальных советников по отремонтированному муниципальному предприятию. Вот, как ремонт? Сергей, ремонт на высшем уровне сделан. То есть, порадуемся за работников по каналу. 86 тысяч отдали на микроволновку, понятно, что... На кофемашину. Вот когда наши сограждане... Там дистанционное управление. Наверное. Кишиневцы смотрят в счета и видят потери по каналу, и их заставляют платить за разницу. Я когда зашел в офис по каналу, когда... Я опубликовал даже фотографию с туалета, я удивился, там во многих фешенебельных отелях на Западе такого нету, такого хорошего ремонта. Ну, это отдельный. Я думаю, что не следует осуждать за тягу к лучшему людей, которые работают. Но, кстати, еще один момент, если уже заговорили об ВАПа-канал, очень интересно, что претензии примара к господину Бекчиеву и его резкое снятие совпало как-то по времени с тендером на 30 миллионов на обновление очистных сооружений и так далее. То есть это...
наводит на мысль о том, что все-таки господин Примар захотел поставить своего человека, Веронику Херцу, чтобы тендер и деньги, которые придут, все-таки осваивались корректно и правильно. Правильно, как ему нужно. В кавычках. Как бы он хотел. При том, что я ни в коем случае не защищаю господина Бекчиева, я так понимаю, что у него тоже грешков выше крыши. Тут опять-таки борьба кланов, и это еще раз подтверждает о том, что господин Примар приходит вообще на муниципальный совет, когда вопросы начинаются от 500 тысяч евро и там, от миллиона евро. То есть там, где нужно получить деньги, какие-то кредиты, он приходит и их, за них голосует, прямо да. Просит всех голосовать. Уговаривает. Вот. И еще одна последняя, буквально закончу вопрос по миллионам, по Киртака и по коррупции и некомпетентности. Примар говорит, что мы его спрашиваем, кто будет имплементировать, внедрять проект по энергоэффективности. Он говорит, дирекция капитального строительства, господин Сафрони. Мы вспоминаем, что 3 раза мы приглашали его, господина Сафрони, с дирекции капитального строительства, чтобы он объяснил, куда были потрачены десятки миллионов леев на Валя Моревор. Он показывает нам бумажку, вот был прочесс-вербал какой-то у них внутренней комиссии, которая сказала, что там все нормально. Мы говорим, покажите нам, куда были потрачены прямо по... позиция. По позициям не показывает. И самое главное, что у него там тотал, общее количество денег, исправлено там 60-70 в десятках миллионов леев ручкой. То есть вы понимаете, на 70 миллионах леев он может ручкой исправить там 10 миллионов туда, 10 обратно, что он собирается делать с 25 миллионами евро, а не дай бог, и он хочет, чтобы мы, и, кстати, практически все советники и Народная Европейская партия, и так называемые независимые, там, всякие там Онищенко, господин Штефаница, госпожа Высотина, то есть все независимые почему-то стали все-таки на сторону Примара в этом вопросе, очень тоже странно. Так вот, они проголосовали, чтобы он получил кредитную там, линию в будущем на 500 ручка. Миллионов. Да, поэтому как... очень важно, чтобы все-таки референдум состоялся как можно быстрее, пока Киртако не успел своровать вот эти десятки миллионов лет. И я уже заканчиваю, чтобы в это время к зрителям обращаюсь, что все-таки, пожалуйста, будьте начеку. Я очень надеюсь, что в ближайшее время будет зарегистрирована инициативная группа, и я думаю, наши активисты будут звонить даже в том числе и домой, и приглашать, чтобы подписывались, нам нужно будет собрать подписи и отправить, говорит, господина Киртака в отставку. Как только группа будет официально зарегистрирована, мы надеемся, все-таки это произойдет. Все, у нас больше второго шанса не будет, мы сможем избавиться от Дарины Киртака в течение нескольких месяцев. Я думаю, что эта инициатива точно будет поддержана, потому что, зная, в общем-то, какой надрыв в голосе наших кишиневцев, то есть, не знаю, слыша этот надрыв, когда они звонят нам в редакцию и говорят о том, что, ну, помогите, потому что последняя инстанция. Кого-то засудили, буквально последний случай, звонили из сел, ну, с пригорода, правда, но не могут добиться правды. Кто-то кого почип над домом построил туалет. И получается, что, ну, соседи просто уберите в другую сторону, прямо под нашими кухнями. Мы получаем такие моменты они, в Кишиневе, да, не в пригороде. Да, они ходят к своим властям, идут муниципальным властям, в суды. Ну, ситуация, ну, банальная, решить ее можно легко. Перенести, не знаю, этот клозет как-то, как-то было бы просто, наверное, и проще, чем снести это трехэтажное здание. Но видите, в нашей ситуации все наоборот. Этот клозет отравляет жизнь конкретным людям, а этот трехэтажный дом, в общем-то, оказался, видите, не в том месте, не в то время. И это очень печально. Время, к сожалению, поджимает. И чтобы подвести такое резюме, я хотел бы, наверное, чтобы кишиневцы услышали главное. Инициативная группа будет создана, и в ней нужно принимать участие самым активным образом. Ну, как минимум быть готовым к подписям, потому что нам нужно будет собрать 10% подписи от всего количества людей, которые голосуют, это в районе 60 тысяч подписей. Я думаю, это очень нормальная цифра, не настолько сложная, не тяжелая собрать. Просто надо будет всем мобилизоваться. Люди придут с большим удовольствием. Абсолютно, абсолютно. Я думаю, просто нужно быть готовым собрать подписи и идти на референдум. Ничего. Как вы думаете, сейчас генеральный Примар, вот как отреагировал на вот эту инициативу? Истерически. Во-первых, истерически, во-вторых, вот его вчера глава фракции его сказал, что вот вы знаете, вот социалисты вместо того, чтобы работать, блокируют работу муниципального совета, блокируют нашу работу. На это мы ему отвечаем, ну, мы не блокируем работу муниципального совета, мы блокируем возможность либералов воровать в промышленных масштабах. Мы внедрили онлайн-трансляцию всех комиссий, в том числе и земельной комиссии, где они под полы быстренько распиливали землю. Мы внедрили электронное
голосование. Мы по каждому земельному вопросу мы отправляем их на аукционы. Мы расследуем каждый случай, когда есть там какая-то коррупционная составляющая. Поэтому, когда он говорит, что мы блокируем работу, да, мы блокируем работу либералов по распилам. Вот это мы блокируем. А в другом отношении, ну как он может реагировать? Да, я понимаю. Спасибо вам за этот разговор. Мы продолжим эту тему. Каждую среду будем возвращаться к инициативе по созданию вот этой группы, которая будет организовывать референдум. Каждую среду мы здесь встречаемся для того, чтобы обсудить проблемы главного города страны. И ждем вас для обсуждения самых разных тем. Приходите, будем рады. Спасибо. Спасибо за приглашение. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов в Кишиневском муниципальном совете Станислав Вартанян и будущий муниципальный советник Сергей Басюк-Брензей. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго.